сегодня пройдет центральный матч 29-го тура МЛПЭТ первой лиги. Лидеры турнирной таблицы «Махачкалинская Динамо» принимают команду, которая занимает четвертое место в таблице лучшей лиги мира. Это тульский «Арсенал». Отнюдь не рядовой матч. Ситуация, которая была, наверное, весьма рядовой еще несколько лет назад. Инспектор матча Андрей Иванов, делегат Сергей Змеевский. Меня зовут Сергей Курманов. Поехали. Первый удар по мячу наносит Сердер Сердеров, лучший бомбардир «Динамо», и седьмой бомбардир лучшей лиги мира, у которого на счету 8 забитых мячей. В матче тот забил. Подача от Косинтуры доходит до адресата. Момент. Удар. Кокарев! Вовремя вырывается на Сердерова, и мяч в ближнем бою Никита отражает. Требования поклонников «Динамо» мы слышим. Косинтура. Хорошая подача. Алибеков. Скидка. Опасно. Мечется мяч. Что там происходит? Летят ноги. Мечется мяч. Удар выше ворот. Второй голевой шанс для «Динамо». В толпе, в суете, в смешении футболок, тел и ног. Все возможное от себя тулики сделали. Правее это напрашивалось. Лёбин. Лёбин под. Возможно, удар. Это неплохо. Это выше ворот. И, кажется, коснулся мяча Тимур Магомедов. Поспешив перестраховаться. Коротков цепляется здесь. Сердеров. Косинтура. Здорово. Направо. Рожат Магомедов. Удар в ближний угол здесь. Никита Кокарев. И согласитесь, какие-то флешбеки в голове пронеслись с матча Химки-Арсенал, когда похожим ударом ближний угол ворот Кокарева поразил, кажется, Александр Руден. По науке раскатали из центра направо. Снимет с игры Александр Старожук, а пока штрафной. Юсупов! Ух! А летело неплохо, правда? В дальнюю 9. Доставал ли Кокарев? Похоже, что скорее да. Большое спасибо Александру Зуеву за игру. Вместо номера 9. Изо всех сил здесь Ковачевич. И звучит финальный свисток. Третья подряд безголевая ничья в очных матчах между «Динамо» и «Арсеналом» фиксируется сегодня 24.04.24 на «Анжи-арене». Четвертый подряд матч без пропущенных мячей для «Динамо». 13-я ничья «Арсенала» в сезоне.